приехали. Дорога классная была. Полтава просто супер. Киев хороший город, но горячий. Жарко. 34 градуса жары в тени. Асфальт, полтинник, сколько там было, ну? 52 градуса, трасса. Друзья, приехали мы к Денису, другу нашему, в Киев. Сейчас он где-то на подъезде. Ждем. Мы уже на месте, а хозяина нету. Но ничего, зато мы побывали в гостях. Теперь будем встречать Дениса. Да, поехали. Будьте стать с нами. Как там, да, говорят, крутые блогеры. Все, ждем Дениса. Вот она! Вот она! Вот! Вот виновник торжества! Здравствуйте! Видео для Ютуба, Денис. Мы тут всю дорогу снимаем. Привет, друже. Ну, мы пообнимаемся чуть позже. Я еще и, короче, пообнимаемся позже, а так для видеоролика. Ну, скажи что-нибудь. Ты рад гостям нежданным? Очень рад. Ну все, друзья, с вами был Денис Фадеев, Александр Пасечник и я, Иван Фабро. До новых встреч. Пока. Пацаны, приехал в Киев и наблюдаю двух человек с магией. Александр Пасечник, привет, да что ты делаешь? Привет. Не, нормально. Вообще, я не сказал. Что ты не сказал, что так? Да я вообще вечером приехал погулять. Попалил. Не, лучше до фибрикулера, и вверх, и вниз. Да ну здрасте. Пожалеете нас. Предлагали подняться фиг на куда, вы что, с ума сошли, хлопцы? Знаешь, лучше наверх подняться, а вниз спуститься. Вот так вот в городе Киеве репетиция. Слышишь, это была репетиция. Самое интересное потом.